Принимаю вас. 9+10. Город Кишинев. Зовут меня Юрий. На приеме. Да, принято, принято, Николай. А откуда работаете, подскажите? И с какой мощностью на приеме? Да, принято, принято. Ну, я у меня тоже 100 ватт выходная мощность, но антенна Дельта на 40 метров на приеме. Да, принято. Вы не сказали, откуда работаете на приеме. Да, принято, Тихорецкая. Принято, принято, да. Но я сказал, я из Кишинева работаю на приеме. Да, прекрасно, Кишинев. Слушай, вопросов не будет, Юрий. На Кишинев без крыши шла. Удачи тебе, самое главное. Здоровья тоже приорится. Пока-пока, до будущего. Да, принято. От меня также в вашу сторону. Наилучшее пожелание. Здоровья 73. Дай секунду, слышу тебя, Тихорецк, 6-й район. Здесь 3-й район, Мытищи, Подмосковье, Северо-Восток. Михаил, оператор, секунда, как принял на приеме. Секунда, да, Михаил, я принял, но не понял позывного. Принято, повторите на приеме. Кайлас, Кайлас позывной. 3-й район, Северо-Восток, Подмосковье. Кайлас. На приеме. Ну, Михаил, извини, конечно, но я в этом поганой дальнепозоне новичок. Стройки мне трудно тут позывной. Там хоть и более-менее побольше позывной, тут один позывной. Я не разобрал. Принято на приеме. Да, все четко принято. Сейчас помощнее сигнал идет, там с Кишиневым работал, еще тут корреспонденты были. Почему-то у меня принимается как бы с ненастройкой на эту частоту, с такими как бы искажениями сигнал. Ну, не знаю, как другие корреспонденты. Вот, я подстраивался, но не мог найти подстройки под твой сигнал. Секунда здесь, Кайлас на приеме. Да, там какие-то замечания у меня по передаче на приеме. Всем пока, 73.